мы приехали в автовокзал. Вот отсюда мы вышли. И вот такой вот. Видите, здесь очень много агентств, где вы можете купить билеты на автобус в разные города Турции. Вот нам больше всего нравится Камелькоч, но мы сегодня поедем на другом автобусе, я покажу. Тут есть кафешки, можете посидеть, перекусить. Я взяла билет на автобус Истанбул-Колесем. Вот тут Фетия, Мармарис, Бодрум, Алания. Номер перрона 27. Вот тут мы, Сабиночка. И автобусы подъезжают сюда. Вот такой примерно будет наш автобус. Видите, полностью автобусы. Наш автобус 8 вечера. Здесь какой-то багаж куда-то отправляют. Мы взяли попить. Думали, посидим, как в тот раз, но здесь негде сесть. Будем стоя кушать. Да? Давай. Так, смотрите. Я купила семиты. Вкусные. Вот здесь в пакетике. Взяли мы сыр и колбаски. И сладкое. Будем сейчас кушать. Вот подъехал наш автобус. Вот такой вот он. Вот сюда мы сдадим багаж. Вот такой вот нам дают номерок. Вот. Угу. Тамам, тамам. Номерки наши. Все это выглядит. И вот так вот ставят. Все. Вот так вот выглядит автобус. Ну, снутри. Вот Сабиночка уже села. У нас 14-15 место. Ну как, удобно? Сиденья низкие. Вроде. Угу. 2+1. Вот. Друзья, мы выехали, едем. Мы выезжаем. Салон полупустой. Я очень хочу спать, устала. У нас остановка 20-25 минут. Вот на этом месте. Идем внутрь. Посмотрим, что там.
шикарно. Ну что, мы приехали в Бодрум. Нам сказали, что напротив Старбакса будет мини-автобус, который едет до Торбы. Мы идем сюда. Надеюсь, здесь останавливается или нам нужно вон туда. Сейчас переспрошу. Вот тут мы стоим. Здесь Старбакс. Отсюда должна ехать маршрутка. Чтобы уехать в район Торба, выходите с автовокзала, проходите, и здесь есть остановка, напротив него тоже есть остановка. Вот тут останавливается автобус, мы сейчас на него сядем. Вот такие долмушки. Йок-йок-йок-йок-йок. И мы поднимаемся вот туда вверх, по-моему, по карте вроде как показывает. Ну что, друзья, мы нашли, запыханы. Вот этот отель. Вот так он выглядит. Все как в букинге. Сейчас отдышимся. Все, нам дали ключи, мы поднимаемся. Поднимаемся. Потом спустимся на завтрак. Умоемся сейчас. Вау! Балкончик есть. Ключи, ключи, ключи. Сейчас будем пищать от счастья. Фу, круто! Пойдем сразу помоемся и на завтрак, да? А потом рум-тур я спокойно сниму, да? Время 9 утра. Мы заселились и идем на завтрак. Вот здесь можно по лестнице спуститься. Мы решили на лифте. Доходим. Ну что, завтраком нас обломали. Сказали, что первый день платный. Ну, скорее всего, из-за того, что мы рано заселились, да? Но это плюс. Мы сходили в Мигрос, он на углу, и купили на завтрак еду. Рум-тур отеля Оливия Хотел. Вот так мы заходим. Вот такую карточку дают. И сразу Wi-Fi есть. Прикладываете. Вот здесь сразу вход. Снимаем обувь. И попадаем в мини-прихожку. Вот такая вот она. Сбоку сразу зеркало. Холодильник. В холодильнике водички. Закрываем.
Итак, сразу здесь мы видим кровать, Сабиночка, две прикроватные тумбочки. Вот так это выглядит. Здесь шифоньер. Все, что необходимо, есть. Вешалки. Полочки такие вместительные. Лампа, телефон, розетки по бокам. Это очень важно, да? Да. Дальше. Здесь у нас телевизор, чайник, вода. Это очень важно. Когда есть чайник, хочется чаек попить. Мини-терраса, балкончик. Выходим. Конечно, вид тут не очень будет. Ой. Вот такой вот балкончик. Выходит он на переднюю улицу. Вот здесь вот вход на ресепшн. Вот такой вот вид. Ну и чтобы показать до конца, вот. Здесь санузел. Фен. Есть кондиционер. Мы позавтракали, немного отдохнули, переоделись и пойдем на море купаться. Сабиночка. Вот такой вот у нас лучок. Спускаемся вниз. Что там? А, ну там все грязно. Мы довольные, счастливые. Идем на пляж. Я спросила, кондиционер платный или нет? Вода, которая в номере, платная или нет? Сказали, бесплатно. Красота. Мини-супермаркет. Идем. Как здесь красиво. О, красота. Как вкусно пахнет, да? Цветочки. Очень красиво. Смотри, свободные лежаки. Туристов нет, все спокойненько. Как красиво, да? Дорогие друзья, и вот мы пришли на общественный пляж. Сабиночка, ну как тебе? Вот так он выглядит, прям, знаете, как будто private, но никто не купается. Сезон открываем. Водичка ледяная. Ай.
выспались, переоделись, готовы, собираемся в город. Погуляем по-бодрому, да? Так, мы приехали вот на этом мини-автобусе. Я так понимаю, это конечка. Отсюда можно отъехать в Гюмбет. Таблички вот Битес. Или Битес, правильно. Вечер, друзья. Мы гуляем. Очень красиво. Ayıp olur diye. Гуляем по вечернему бодрому. Закат красивый. Закат красивый. Как красиво. Вот там башня. Очка. Мы решили завернуть в эту часть, увидели значок Макдональдс, хотим покушать. Сардиночка. Очень много людей. Пошли. Мы так и не поели Макдональдс в Стамбуле. Пожалуйста, в Бодруме поедим наконец-то. Вот это мы заказали. Мы пришли поесть бургер. Вот так это выглядит. Цена.
Проезд стоит 30 лир. Сейчас мы поедем вот на Долмушки. Вот тут Сабиночка. Мы приехали с Бодрума отсюда. Нас здесь оставили. Здесь остановка есть. Здесь остановка в Бодрум. Здесь у нас Мигрос есть, супермаркет. И вот мы сюда поднимаемся. Вот так наш отель выглядит ночью. Все светится. Красиво.